Итак, всем трем и доброго времени суток. Это канал Ленивый Дмитрий. И продолжается запись короткометражек по GTA San Andreas по прохождению. Так, в прошлом видео я выяснил, что в этой игре до сих пор существуют не просто авторские права, а авторские права, которые к чертовой бабушке блокируют все видео, причем везде, где только можно. Даже странно. По-моему, песня, которая вызвала такую реакцию, была старой. Еще... Блин. Ну, в общем, да, еще в мое детство. Давно, короче говоря. Так, Цезарь Виалапанда. У меня сейчас несколько миссий. Цезарь — это чисто гонка. Давайте съездим, чтобы безо всяких... Ну, теперь я знаю, по крайней мере, какую песню нельзя включать. Это песня Low Rider. Не помню, как там правильно, но в общем... В общем, для меня это был легкий шок, на самом деле. То есть, такая старая вроде песенка. Популярная, видимо. Вот. Пока, значит, я на Ютубе пытался вообще понять, как там что сделать. То есть вроде страйков не прилетело, ничего не было, видео просто заблокировалось. В итоге там получилось где-то 2 минуты тишины в видео. Ну, ничего там сверхважного не происходит, в плане говорили, так как все, что важно, тут с субтитрами. Ну, а мой трындеж можно и пропустить. Хотя, конечно, неприятно. Ну, страйк не получил, и то ладно. Так, сейчас мы выполним необязательную миссию по Цезарю Виалапанда. Миссию. Оп. Так, тут у меня все стоит, все, что нужно. Ага, поехали. Эй, CJ, you made it. What's the business? Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash, your pink slip in the pot. Gonzáforce. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure, I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose, eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Вот, кстати, в этом задании есть одна странность. Цезарь говорит о том, что кто-то победит два раза. Но гонка одна. Да. Гонка одна. То есть неважно, победишь ты, проиграешь, гонка одна, продолжения у нее нет. Может, конечно, я что-то не нахожу. Точнее, не находил и не видел. Но я отлично помню, что если когда ты играешь уже во втором городе и гоняешься с Вузи, там две гонки, то здесь только одна. И, в общем-то... Ну, ладно. Хорош трындить, помчались. В общем, как вы поняли, задача стоит выиграть. И никак иначе. И кажется, у меня это получается. Эх, сзади едет машина, которую я бы хотел тюнинговать. У нее очень красивый тюнинг. А вот эта лоу-райдерская тачка мне, честно скажу, ни по своим характеристикам, ни по управляемости вообще не нравится. Слишком она вихляющая, что ли. Так как это не Need for Speed, да, в котором существует такая штука, как дрифт. Здесь этого, как говорится, счастья нафиг не нужно, в принципе. То вот эти все вихляния, крайне бесполезная штука, которая только мешает. Плюс она как резиновый мячик. То есть буквально рикошетит от любой поверхности, отшвыривает, ну, не знаю. Можно срезаться на какой-то абсолютнейшей ерунде. Ну что, полетели? Уи! Вот. И все. Никто не позвонит, никто ничего не скажет.
По-моему, ребята даже не приедут уже. Или подождать. То есть, я знаю, что если ты здесь проигрываешь, если проигрываешь, то будет звонок от его сестры. От сестры Си-Джея, которая скажет, типа, а, там проиграл, ха-ха-ха. Ну, типа, такая дразнилушка. Все. Но если ты выигрываешь, то все. Как бы, деньги получил, до свидания. При том, что Цезарь в своей реплике четко проговаривает о двух заездах. В общем, не знаю. Я спокойно абсолютно допускаю, что у меня на диске стоит пиратская версия. Как нифиг делать, в какие времена этот диск покупался. Тогда, по-моему, лицензии вообще не существовало на территории Российской Федерации. В принципе. Вот, так что все может быть. Ну, как-то странно. Ладно, на самом деле, ничего страшного. Мне... Гонки в GTA мне не нравятся. От слова совсем. Ни в одной из частей они мне не нравились никогда. То есть... Как сказать... Если бы я вообще не играл в гонки, в принципе, нигде и никогда, то, может быть, я бы не относился к этим гонкам как к чему-то инородному и ненужному. Но так как я все-таки в нормальные гонки играю, хоть и не так часто, но все-таки, и знаю, скажем так, о различных вещах, типа управляемости машины, как она заносится, там скорость и так далее, какие-то вещи, которые, ну, скажем так, за которые нужно, можно гонку считать хорошей, плохой, удачной, неудачной и так далее, то в GTA это все исполнено, ну ок. Ну и на самом деле еще, конечно, лично меня отвращает от местных гонок отсутствие какой-то внятной системы поощрений, что ли. Ну, то есть, а, собственно, чего ради-то гоняться? Ты за эти победы не получаешь, по-моему, только деньги. Все. Но, блин, какой-то, опять же, прокачки, как, например, не знаю, в том же Need for Speed, да, что называется, что далеко ходить, гонку, которую, наверное, все слышали, так или иначе. Вот, такой прокачки адовой тут нет. Так. Я хочу добыть одну машину, чтобы ее протюнинговать красиво. Но по закону подлости сейчас именно эту машину я не найду. Почему? Потому что... Кто что? Кто там с кем воюет? Сейчас мы ее поищем, потому что... Поздравьте меня, я освоил великое искусство монтировать видео. Здрасте. Ну, не то чтобы освоил. Ну, в общем, по крайней мере, научился его склеивать. Поэтому теперь я сразу же забыл о том, что, ну, больше 20 минут, это не то. Шучу. Я постараюсь все-таки записывать короткие ролики. Постараюсь. Но... Уже, может быть, без такого... О, фанатизма. Да, кстати, пока я ждал, как что там на Ютубе произойдет с моим видео, я тут немножко поездил, вот, как видите, 44 знака. Вот. Чисто так, по фану погонял. Поразыскивал. Не то, что даже поразыскивал, просто поездил по городу, позаполнял, позакрашивал, точнее, все эти знаки. Ну, вот 44 штуки нашел. Как бы без каких-то там, ну отстань, что тебе надо, а? Ну что, ну выпиши штраф и отвяжись, блин. Так ведь нет же, ты же меня в тюрьму потащишь, придурок. Просто нахрена. О, хороший ты мой, спасибо тебе за машину. Чувак, честно, прости меня. Почему эта машина? Во-первых, у нее очень красивый тюнинг. Сейчас увидите. А, на который мне, похоже, денег не хватит. Блин! 9000. Слушайте, не хватит. Черт. Ну ладно. Так. Нет. Даже не надейся. Больше я на эту мульку не попадусь. Ты что такое? <с2>
Не, ну я не хочу просто, чтобы мне еще раз закинули. Так. Нет, это не то. Не то. Вот. Цвета. Да, вот он. Блин, реально денег не хватит. Красиво. Пусть будет вот это. Колеса. А, почему колеса доступ? Ну, в свое время это были единственные колеса, которые я прям почувствовал, ну, скажем так, небольшую легкую разницу в управлении машины. Все так, деньги кончаются с бешеной скоростью. Ах, боковые юбки. Ну ладно, огни. Лярки. И так выглядит странно, да? Ну ладно, пусть будут эти. Так, и у нас, собственно, остались. Ну да, самое дорогостоящее. Для передний бампер сделаем. Так, тут он с черепушками. Тут он ударный. Слушайте, ну так как эта машина. Так, 2400, 240 точнее. 240. А, разница не. А, нет, подожди, чувал, да. 40-250. Блин, три черепка. Не, давайте, это будет для гонок, а это типа боевая версия. Ну да, все. Так. Глушитель. Задний бампер. На него уже, не, по-моему, в притирку. Блин, да ладно, что, неужели это тут капец, а? Цвета, глушитель. Все сделал. Че, неужели на глушак только не хватило? Ну ладно, фиг с ним. Так, все, возвращаем аудио. Вот такая вот она зелененькая получается. Уж не знаю, почему мне дико нравится. Мне дико прет с этого цвета. Он мне очень нравится. Именно такая вот версия. Единственное. Опа, я гитару забыл поставить. Ну ладно, все равно еще раз туда ездить, ехать. Как денежек подкопится. Единственный, конечно, минус — это вот колеса задние, если обратите внимание, они выпирают через текстуры. Ну ладно, терпимо. Так, а по-моему, сейчас ты мне не дашь поставить, да? Ты мне скажешь, что места нет в гараже. Ну да, действительно, что я оставлю? Полицейский байк, которых вызвать как два пальца в асфальт. Летинговую тачку, на которую я спустил последние деньги. Балбес. Ну вот как-то так. Так, следующий у нас Big Smoke. Да, да. Все же знают этот фокус про то, как хранить в гараже больше машин, чем можно. Ну, точнее, не машин, в данном случае, как туда запихнуть еще, скажем, один лишний велосипед и один лишний мотоцикл. Да, то есть подходите, подгоняете, точнее, мотоцикл или велосипед как можно ближе к гаражу, потом подходите, слезаете с него, подходите типа сами, дверь открывается, пока она не закрылась, быстро закатываете туда на мотоцикле, ну или на велосипеде. Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey. What's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah. Pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. OG Lock. Как я не... Блин. Вот с одной стороны вроде куча воспоминаний, да, про эту игру хороших, а с другой стороны, в какую миссию не ткнись, на каждую реакцию твою мать, как же я не хочу ее проходить.
Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke? Oh yeah, he's a real gangster man. I see. And what'd he do? Anything he can get thrown in jail for his career, joyride, parking fines, or some other bullshit. Так, немножко прервемся. Сейчас я одну вещь сделаю. По-моему, это где-то тут. Ага. Извините, ребят. Сейчас, подожди. That fool go. Look at this fool, man. Perpetrating like he banging. Think he hard. Got him. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some Chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stones out with that shit to get in the car, fool? Самая нормальная реакция это у Свита. Мне, кстати, это было интересно. А, ну ладно. Послушаем, что они там трындят. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a step of soul to greatness. Ну вот, меня всегда поражало, еще даже, не знаю, уже в Vice City, когда в GTA как-то стал полиция, скажем так, стала поразнообразнее себя вести. Вот. Почему не сделали такую простую вещь, как штрафы? Ну, то есть, знаете, когда тебя задерживают на одной звезде, ну, в данном случае скобки, и на шести скобках, как-то это немного странно. Но, с другой стороны, хрен с ним. Как хорошо, что хоть эта музыка не попадает под запрет. I'm gangsta. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on set. Ну вот никак нельзя было вот этот вот маршрут пройти, блин, без меня. Freddy, I'll come for you, you motherfucker! Hey, Loke, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. CJ угорает. I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped the soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, motherfucker's making a run for it. Hey, Loke, get back here, nigga, you crazy. Да уж. Самое смешное, что несмотря на возможность стрелять здесь, все, что тебе нужно делать, это тупо не отставать от него. Потому что в свое время я отлично помню, как я потратил время на эту миссию, пытаясь, так сказать, ну, отработать, что ли, до автоматизма все действия. И в итоге, ну, когда я ехал, я вот практически всю дорогу держался рядом с ним. Вот как сейчас, ну, не как сейчас, сейчас уже не так красиво. Вот. И я, Джеффри, мы просто палили по его байку без остановки. Я видел, как это непрерывно пули рикошетят от него. Но толку от этого не было никакого. То есть я не пробивал его. Поэтому заметьте, я сейчас даже не жму на кнопку. Я просто еду тихонечко. Небольшим отставанием. В то время, кстати, как его пули
так-то? Ну куда? Ну что ты, японский бог? Ну вот это вот, конечно, выбешивает. Просто неимоверно. Поведение машин. Ну хотя, нет. Фу. Фу. Хрен знает, как еще я бы себя повел, если бы меня над духом начали палить. Хотя как? Отъехал бы подальше по-тихому. Уж точно не стал бы давить на педаль газа. Как бывший водитель общественного транспорта, официально это заявляю. Тупо догонялки. Тупо догонялки. При этом догонять не надо. Задача просто доехать до точки. Что на самом деле немножко обидно. Ну, просто я действительно отлично помню, что, ну, смысла в него стрелять просто нет. Байк не пробивается. Не знаю, то есть я помню, как я тратил патроны, и в итоге, ну, то есть просто просаживал кучу патрон, а в итоге гонка все равно заканчивалась в определенном месте. Без каких-то там, ну, то есть, вот сейчас мы приедем, по-моему, уже. Этот гаденыш в меня отсадит. А вовсе не в Джеффа. Говно кусок. Ой, ну давай уже останавливайся, надоело за тобой гоняться. Мотоцикл уже дымится. Mustache myself. I keep it real, unlike you fake-ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the Grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Hey, take me to the burger shot in Marona Beach. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a mission like a super technician, baby. Класс. Ни мотоцикла, ни пушек. Вообще. Все забрали. Вылазь давай. Так, ну, собственно, наверное... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хватит на сегодня. И будет последнее видео. Соответственно, завтра продолжу записывать. Так что сейчас, наверное, закончу это задание. Там где-нибудь сохранюсь. Оу, так. А вот это я сейчас капитально не прав. Ну уйди ты, а, мудила, блин, что ты делаешь? По-моему, я опять не прав. Блин. Так, ладно. Согласен. Это было идиотизмом. Ой, ненавижу эту развязку. Просто едем и слушаем незапрещенную музыку. Так, ага. Чутка сбился с маршрутом, да ладно. Fool. Yeah, for sure. I'll see you around.
like a quarter pound. Later. Блин, или сразу выполнить его задание. А почему, собственно, и нет? А, ну, блин, и время как раз. Чисто угарнуть. Тут же, если кто помнит, задание выстроено таким образом, что ты типа его проводил и не уехал, а сразу выполнил это задание. Ну, явно так построено. Что он даже говорит, по-моему, будет в заставке, что типа CJ, ты еще тут, я думал, ты уехал. Что-то такое, в общем. Кстати, вон там, по-моему, в канале где-то ракушка должна быть. Ладно, черт с ней. Ладно, подождем. Сейчас я выполню это задание сразу. Ой, красота. Тише, тише. Кто там такой злобный? Зачем стреляешь, дорогой? А? Ну, давайте. 22.00. Ёлки-палки. Не, ладно, все тогда. Поеду сохранюсь. Где-то я тут видел мотоцикл. Ну, естественно, его уже нет. Почему? А, во-во-во. Да, молодой человек, я вас внимательно слушаю. Вы что-то хотели? Странно. Показалось. Не, ладно, действительно, надо ехать сохраняться и заканчивать на сегодня. Что-то у меня уже и желание разговаривать пропало, что-то говорить. Хочется уже закончить играть, а это не дело записывать в таком настроении. И спрашивается, зачем она нужна. Надо сейчас выложить это видео, лечь спать, и завтра на свежую голову, сказать, со свежими какими-нибудь мыслями, продолжить трепать языком под старое доброе прохождение старого доброго GTA San Andreas. Кстати, по-моему, вот здесь где-то поджог с парашютом есть, если я ничего не путаю. Да, вот оно, это здание. Не буду я его сейчас делать. Как раз я тут недалеко себе домик купил. Да, кстати, вот одну ракушку я тут собрал уже, вот тут вот в озере под мостом. Как я вас люблю, ребята, а? Ну, по большому счету, вот, собственно, и все. Да, все, хватит на сегодня. Спасибо за просмотр. Жмите лайки, пишите комментарии. Че, проявляйте активность. Мне это очень сильно поможет. Еще раз спасибо за просмотр и всем счастливо, ну и спокойной ночи.